Так, кто мы? Мы дебилы. Здорово. Мы сегодня пришли в Оксфорд, и сейчас мы будем что делать? Прыгать, вспоминать молодость, жимолость. Здорово, здорово. А вопрос, с чего начнем? С заказов. Заказов? Заказов. Играем в заказы. Играем в заказы. Заказывай. Йоу, а нельзя было что-то полегче для начала? Нет. Жалко. Ну, давай попробую. Ответочка. Я полтора года не прыгал, поэтому следите строго. Армия. Не ломай. А чё не винт-то? Потерялся. Он решил размяться в середине тренировки, такой типа, бля, что-то болит у меня что. Сложно, очень сложно просто. Давай, давай. Мы здесь собрались не просто так. Во-первых, нам потренироваться очень хочется, потому что давно не тренировались. Это очень крутой зал, а еще у нас с ним спор. У кого лучше два винта, тот другого бреет на лысо. Не бритвой, под машинкой, но под ноль. То есть сегодня решится либо я, либо Вова будем наголо бритвы. Мне не привыкать, я был в армии, я недавно вернулся. Последний раз был лет 5 назад лысым, да? Ну да. Вот, мы сделаем обязательно фотошоп, как он был лысым, всего одним элементом. Пишите, какой элемент хотите видеть, чтобы Вова сделал его лысым. Подписывайтесь. Ставьте лайки, идите да. Нахуй. Да. Вырежи, потом мы не материмся, да. Два винта от Вовы. Готовится. О, неплохо, но не встал. Вторая попытка. А, неплохо. Хорошая попытка, достойная. Вот. О! Итак, у нас сейчас спорная ситуация, потому что Вова доказывает, что он сделал, что мы сделали одинаково. По факту нет, и я сейчас ему докажу, и это будет все на видео, фиксации, в истории, все как грамотно, надо. Давай. Умные люди. Вот, а еще мне мешает Никита Вершинин. Никита Вершинин, не мешай. Хэштег Никита, Никита, не мешай. Давай. Итак, Вова, мы зацепил колено, поэтому всегда, если вы тренируетесь, и вы такие же старые и убитые, как мы, одевайте защиту, одевайте наколенники, одевайте ремни, если вы работаете с тяжестями, одевайте пояса, разминайтесь перед началом тренировки, это очень важно, от этого зависит ваше здоровье. И сейчас я решаю, какое колено у меня менее больнее, чтобы дать один наколенник Вове. Это очень сложно в моей ситуации сделать. Какое колено? Выбирай любое. Давай левое. Какое у меня болит, такое снимай. Согласен, давай. Хорошие новости. Наколенник помог Вове. И мы продолжаем играть в заказном. Пау. Ясно, заказ. Гуд. Гад. Гадский гад. Блин, я не сделал, но я попытаюсь. Вова выигрывает 1-0 в его пользу, я не сделал его с места. Вот. Он выиграл. Если он этим победит, я не привел его на вас. У меня минус, привет. 1-1. Мат. Туда? Что-то серьезное. Сейчас будет связка. Не люблю. Йоу! Мне девушка пишет, что она меня домой потом после того, как я побреюсь, не пустит. Так, Вова проиграл. Он не делал и трэш. Тачдаун? Что это? Давай, давай. Ай, хороший. Хороший, хороший. Yeah. Не вытянул. Вова вредный, но поплатится за это. Почему я вредный? Это правильно так? Вот ты все, ты же можешь сделать. Давай.
Ебой. У нас был корк, а теперь корк со скута. На самом деле это по сложности разные элементы. Потому что если скут кривой, это печально. Справляется. Ну, да, да, да. Я хуёв махнул, правда? Не матерись. Ай-яй-яй. Я не умею делать вебстер пол винта, потому что у меня вебстер с левой ноги, а винты просто совсем в другую сторону. Вот. Я еще пока не тренировал это, и поэтому счет 3-2. Но я знаю, как... Что? Пока! Так, рандат, фляг. Вот этот человек заказал мне рандат, два фляга задние. Чтобы вы понимали, мой фляг это... Хороший, техничный фляг, все нормально. Тебе надо сделать хоть как-нибудь. Я не могу, я с рандата фляг вот один раз там в яме делал, все. Все, сейчас становится 3-3, заказывай. А, я знал, что рано или поздно это будет. Погнали? Почти, давай, давай. Попыточка, у него болит грудина. Даже чище, чем я сделал, хорош. Ваше интервью. Сделай, но умри, умри, но сделай. Просто... Клуб инвалидов. Счет 3-3. Играем на 5. Вдыхаемся просто. Вот. Сейчас будет очень простой и легкий элемент. Каждый может учить дома, на кровати, либо на траве. Он очень простой. Вова понятия не имеет, что это такое, как это делается правильно. Но... Надо отдать ему респект, он будет пробовать. О, ничего себе, так можно было масло жать. Много пропустил я. Да, это фляг. Все, 4-3 в мою пользу. Вова мается, не может ничего заказать. Вова, ничего не лезет. Гейнер, хорошо, еще дальше. У Вовы очень безумные глаза, и мне страшно. Сейчас будет просто мистер растяжка. Растягайчик. Зайчик. Скут. Винт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все? Не могу сделать, не знаю. Оставляем первый вариант. Давай, да. С руками сделаем. Писка, ты прыгал. 4-4. У нас осталось по одному элементу. То есть сделаю я элемент, еще становится 5-4. Орг заказывает. Если счет 5-5, проиграем дальше. Если я заказываю счет 5-5, счет 5-4. Блин, давайте заново. Счет 4-4. Играем до 5. Играем до разрыва. То есть я делаю элемент, сейчас и Вова его не делает. Короче, отрыв надо было, чтобы в 2 очка был. Ну, короче, если я сейчас делаю, а Вова заказывает и не делает. Короче, сейчас увидите, что будет. Давай. Я снимаю. Я не знаю, что сделать. Нет, рот, погнали. Я сделал твист раскрытия в пол винта. Я думал, это моя киллер фича, а походу нет. Ну, у меня тоже было нельзя. Это был просто винт, как и у меня, скорее всего, поэтому ладно. Я это схватил будет... группировку, отпустился. Счет по 4-4, теперь польза на стороне Вовы. Если он делает, я не делаю, я делаю, и он делает, то я проиграл. Вова, походу, собрался делать свою киллер фичу для меня. Он в курсе, что я это не делаю. В этом интерес. Даже так не сделаю, может даже не переделывать. Сейчас становится 5-4. И если я сейчас сделаю то, что он сделает, вот он, я проиграл, и он не бреется. Давай. Вова, это не повторит. Ладно, у меня тоже есть свои киллер, фичи для него. Погнали. Я очень надеюсь, что я сейчас не травмируюсь и не утюгаю. Давай.
Итак, счет 5-5. Опять должен быть разрыв. Слава богу, у меня есть киллер фиши. И Владимир. Поехали. Вон три парня, короче, расстроены. Когда тебя выгнали. Ребят, короче, выгнали из зала за то, что они находились здесь дольше, чем заплатили. Вот, и они больше сюда не вернутся. Так, короче, счет 5-5. Нужен разрыв. Погнали. Всё, поехали короночки теперь, всё. Ай-яй-яй. В общем, Орг сделал элемент, связку элементов, где есть нюансы. Вы сейчас обсудили это, я сейчас буду очень пробовать. Я не знаю, посмотрим. Давай, я верю. Он должен сделать. Он делал когда-то, но это было супер давно. Небольшое послабление, Яша, он будет делать. Тут ковер немножко в горочку идет, ну тут видно. И он чистит. И он будет делать тут с читами. Положение, чтобы счет был 6-6. Давай. Поехали. Киллер свеча для многих. Там есть изюминка. Блин, чувак, я только что, знаешь, что понял? Что я записывал ролик, но когда я поставил на паузу, он начал записываться. Да. В общем, Вова не сделал, счет становится 6-6, играем дальше. Ответка. У Вовы, в общем, закончилась фантазия. Он не хочет делать длиннее связки, вот, и поэтому он пропускает ход, поэтому ему минус 1 очко, счет становится 6-5. Если я сейчас сделаю элементы, Вова... 7-6. У тебя минус 1 очко, умник. Короче, у него минус 1 очко. Просто я... Плюс 1, дядя! Я хочу, чтобы у меня было 2 очка, мне одного хватает. Короче, счет становится 6-5 в мою пользу. 7-6. Счет становится 7-6 в мою пользу. 7-6. Давай по новой, вообще все. Давай, 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 делай, делай. Говори, слушай. Он меня бесит. Чего он меня бесит? Я обиделся, он меня бесит. Счет 7-6 в мою пользу. Если я сейчас делаю, Вова не делает, он проиграл. Я становится лысым и... В общем, Вова не может сделать колесо боковое, но он будет делать колесо переднее. То бишь твист. Разрешаешь? Да. Я даю тебе шанс не быть бритым на усы. Я не могу план сделать. Этот человек сделает стандарта ровные два винта. Но он не может сделать бланш на разножку. Вот что такое новая школа. Никакой базы, никакого уважения к базе. Одно лишь мочило его просто диких элементов и все. Батут. Бездумно. Батут. Бездумно. Сила. Я победил, Орг сегодня приедется. А сейчас мы идем просто тренироваться куда-нибудь. I'm topping out two ribs. I'm digging till I dug them. One for me and one for you, baby. Told her the new city. So I'm copping out the beans. Trapping like a true baby. She the blue baby. Place you right beside your knee. Hold up, what the fuck you know of? All in the world, all by the wolf and facing facts. Sober, the last few months. Bitch, I never left the sofa. Patiently waiting, the venom is fading. I'm a king cobra. Пока что мои волосы на месте. Но правила спора немножко поменялись, так как моя девушка не очень довольна тем, что мы будем уничтожать вот это вот все. Вот, и поэтому мы немножко переделали условия спора. Увидите. Итак, спор я проиграл. Вот, поэтому... Не на лосо, но большая часть волос у меня... была сострижена. Вот так.